Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня 28 марта, даже 29, наверное. И мы чистим, показываю способ, как чистить снег, не спина, а осанка. Смотрите, берете, например, это я тебе покажу, вот так вот берете, вот такими движениями, вот он побольше, вот он, и катите вот так вот, катите, вот так вот, учитесь, забежаете. Учитесь! И можете вот так вот катить. Учитесь! Все, осанка спокойненько. Опять этими движениями. Хоп. И покатил. Опа. Снег мокрый. Бинки на тарелку. Сейчас оттаю. Видите, как он кушать дадим. Опять берешь вот это вот все вот так вот. Хоп. И покатил. Это же все для себя. Ты же для себя. Что для тебя? Вот это. Да. А я сижу молчу, блин. Вот. Даже голоса не. Голос. Вот видите, откопали даже кресло. Я-то потомкам это говорю, которые будут смотреть. Максимкины, дети, Женькины. Вот так вот берете. Хоп. И поехал. И поехал. О, батя разошелся, блин, конкретно обиделся. Да, не попало в кадр, когда мы вот такими большими комками, вот такие вот. Вообще. Это все не попало в кадр. И я брал вот такие вот здоровые комки лежали. Ну, можно еще вот это отломать, и получится большие комки. Поэтому мы сейчас увидели только часть этого. Вот он, комочек. Это не то. Ну вот было вот отсюда сугроб. Стоял вот по такой подпольке. Да, было сейчас много снега. Нету. Вот Бимочка у меня только наверх встал и смотрит, а как волк. Он смотрит, кресло, говорит, мое выкопали. Я, говорит, хоть лежать там буду. Он даже обрадовался. О, молодцы. Ром, а ты сгреби вот этот снег отсюда. Вот молодцы. Ну вот и все, товарищи.